Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев провел рабочую встречу с недавно назначенным уполномоченным по правам ребенка по Челябинской области Ириной Буториной. Наш город удостоился высокой оценки на уровне региона. В новой должности Ирина Вячеславовна посетила Магнитогорск впервые. По ее словам, муниципалитет выгодно отличается от многих других территорий Челябинской области по работе с правами детей. Магнитогорск отличается, наверное, жители Магнитогорска тем, что обращений не так уж и много. Естественно, одной из самых популярных тем являются детские сады, получение мест в детские сады. Но тоже в сравнении с другими муниципалитетами не так много этих обращений. И вот буквально несколько обращений, но они все разрешимые были в отношении услуг детям-инвалидам. Ирина Буторина также обозначила положительную тенденцию по устройству детей в приемные семьи и переселение в новое собственное жилье выпускников интернатов и детских домов. Нужно отметить, что предоставить в год 50 квартир благоустроенного нового жилья – это очень большие достижения. И не каждый город Челябинской области может похвастаться такими цифрами. Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев сообщил, что данной проблеме уделяется большое внимание. Муниципалитет готов расселять и больше человек в год, однако весь вопрос упирается в финансирование, которого, как всегда, не хватает. К примеру, в этом году выделены средства на переселение 20 человек. Еще 200 ребят стоят в очереди. В целом разговор главы города с уполномоченным по правам ребенка носил позитивную окраску. Ирина Буторина заметила, что многим территориям области есть чему поучиться у магнитогорцев.